По прохождению этих курсов вчерашние сержанты в своих пожарных частях займут офицерские должности и оденут лейтенантские погоны. Среди выпускников курсов переподготовки пожарных большая часть – это сотрудники ДЧС других областей. Так, Александр Воронков работает старшим спасателем в специализированной пожарной части города Шахтинска Карагандинской области. Как рассказал пожарный, в течение 72 дней курсанты узнали немало нового о своей профессии. В основном это касалось деталей пожарного дела. Эти курсы моим руководством, получается, было решено отправить меня, так как я имею высшее техническое образование по специальности безопасной жизнедеятельности. И для того, чтобы занять офицерскую должность, то есть стать старшим инженером, либо начальником караула, необходимо пройти специальные курсы переподготовки, которые включают в себя ряд дисциплин, которые мы не проходили, например, в моем учебном заведении. Всего сертификаты получили 63 слушателя. Их лучшим курсантам лично вручил начальник ДЧС Бауржан Сыздыков. Теперь выпускники займут должности начальников караула в своих пожарных частях. А вас старый служащий, извините. Старший сержант Парков, Карагандинская область. Служу Республики Казахстан. Также сегодня были присвоены и первые лейтенантские звания выпускникам первых курсов переподготовки в нашем городе. С 3 мая по 19 июля их прошли 17 актюбинских спасателей. Антон Пережогин, Сергей Калашников, программа «Факт».